Стоит ли загорать беременным? Быть беременной вовсе не означает, что нужно отказывать себе в таком удовольствии, как принятие солнечных ванн. К тому же этот способ времяпрепровождения обладает массой положительных качеств, ласковые солнечные лучи, отличный антидепрессант, который спасает от глубокой хандры и упаднического настроения. А если мама пребывает в хорошем расположении духа, то ее положительный настрой передается и малышу. Благодаря солнцу в организме синтезируется витамин D, который помогает усваивать кальций и тем самым укрепляет костные ткани. Для ребенка витамин D также важен, поскольку он противодействует развитию рахита. Особенно полезно загорать беременным, которые живут в холодных регионах, где постоянно не хватает солнца. Солнечные лучи благотворно воздействуют на весь организм в целом, а значит улучшается функционирование внутренних органов и укрепляется иммунитет. Следовательно, у беременной женщины появляется больше шансов противостоять различным инфекционным заболеваниям. Естественный загар защищает кожу от ультрафиолета и повышает уровень гемоглобина в крови, что улучшает функционирование эндокринной системы. Как правильно загорать беременным? То, что беременной можно загорать на солнце, мы выяснили. Осталось определиться с тем, какие правила следует помнить будущим мамочкам. Из-за измененного гормонального фона во время беременности у женщины вырабатывается больше меланина, пигмента, который содержится во внутренних органах, в волосах и коже. Поэтому кожа будущей мамы более восприимчива к солнцу и сгореть может гораздо быстрее. Вот как можно загорать и купаться беременным, категории 0, 85, 0, 0, 0, 0, 8, 19, 0, 0, 49, 0, 0, 0, 0, 0.